Pumunta kami sa zoo. Ayan. Ang ganda dito. Rancho Prostokvasha. Ayan. Ano pa ba meron dito? Tignan natin. Grabe, ang daming duck. Ano yung bukas? Ano yan? Hindi ko pa dumikulo. Aha. Sige, sabi. Dito, fioletoy perso. Я видео снимаю. Нет, ну я только видео так снимаю. Вот какие. Да понятно. Смотри, он сейчас шипит. Как шипит? Ну, когда, знаешь, шипит вот так вот. И на тебя. Ого, настоящий колодец, даже монеты есть. Теперь мы знаем, где деньги собирать. А вы в курсе, что колодец желаний? Ну-ка, можешь снимать. И нету желаний. Колодец желаний. А ну-ка, подержи, а то... А ты говори, как вы держать. А дайте мне монеты. Вот так, ты... Да, вот так. Колодец желаний. Так, сами не упадите в желание. Я хочу покрутить, можно? Никит, можно упасть в свои желания и не вывернуть его. Да, это очень опасно. Баб, самое опасное место – колодец желаний. Баб, смотри, что у тебя там, у него там почти время, какая-то сия. Мам, ты можешь? Вон, белый там. А ты смотри, колодец там внутри. Ой! Или это, боишься, что он хорошо ты как, смотри. Да, это не это русская. Потому что вот я помню, когда ты приедешь, слоняешься. Мам, может, поснимаешь? Давай, я знаешь, как? Я не знаю, боже мой. Брать надо больше. А это русская печка, Маша. Полезай.
печку. Будешь пирожком. Даже я туда не залезу. А вот этот заслон. А, да, заслон. Заслон. А он близко к гусям не подходит. Идем дальше. Все, пошлите. Вон там. Гуси, гуси. Га-га-га. Не дразни. О, смотри, птиц спит, птиц спит. Да. Один уже уснул. Да, можно. Да? Да. Ну ладно, я не буду. Так умеют. Ой, какой гусь. Папа, не подходи. Мам, ты близко не подходи. Какой большой гусь. Папа, к тебе подойди. Что творится? Он не перепрыгнет через эту. А, что, правда? Конечно, пошли. Гуси, гуси. Га-га-га. Есть хотите? Да, да, да. Ну вот, у тебя есть возможность. А ты хотел в номере просидеть с экраном. Ничего б не увидел. Не выключать, Маш, прям так и это. Я вот этих гусей смотрю, Федоровых. Гуси, гуси, помашите. Скажите, га-га-га. Ой-ой-ой, кажется, сейчас будет. Есть хотите? Мам, пошли быстрее. Да-да-да. Он сейчас как за... Ребят. Такие громкие, Федоровы. Слышно? Собака, собака, смотри. Убери мне это, я снимаю. Смотри, посмотри. Никита, лиса бери снимать. Давай я поснимаю. Никита, лиса в печь. Вот, давай с печку сними. Вот, там собачка, если вы видите. А вот и печка. Че, Маш, залезай туда. Будешь у нас пирожком. Вам собачка, собачка. Да, кстати, там собачка. Собачка. Привет, собачка. Вот, ну вот такой, вот небольшой. Тут пошлите его посмотрим. А если так упадешь? Не забывай, я вообще-то снимаю вас. Всех. О, посмотри, там кто-то ходит. Ну-ка посмотрим. А может там бык? А может там бык или что-то подобное? А, там корова. Где? А, соята это. Я, ну, он кьет. Он кьет меня. Hello. Grabe, kumakain siya ng dugo tsaka manok. Grabe. Dangerous. Oh. У него такой язык. Классный. Да. Да. Тага Африка. Да, на косуле Тага Африка. Граби он дила, да. Фазан. Где? Вот орел. А вот. Орел. Маш, засними павлин. Ну подожди. Она спит. Она так же идет, как и надо. Вот павлин надо разобрать, смотри. Можешь поснимать поближе. Ой, Анган, да. Разный раз. Анган, да, ой, бан, имам кулай. Blue, green, brown. Yung mga bahay nila. Hmm.
надо быть фермером. Он любит флор и тяжесть. Ой, у Минуся на то бега. На кого приводит? Кто первый пойдет? Маша, иди первый. Ты камера, если что, закроешь. Спасибо. А что, он задом, что ли, встал? Бурбо. Вот так вот, посмотри. А ты беременная. Вот я и говорю, а бабка что, не слышит. Все, горбо. Представляете, вот между горбом садишься и... Да. Он готовится плюнуть. Я знаю. Кто первый пойдет? Он-то куда? Плюнет. Маш, загородим нас камеру. Пока. Маш, он готовит. Я не пойду туда. Где? А, ух ты. Ну-ка, я сейчас попробую. Ой, помнишь? Смотрите, гоняет петух. Где яйца? Говори. Где золотая яичка? Да. Меня зовут Алена. А это птичка, но с нами тут рыба. Я ее назову Фося. Это кто подбежал? Манок на блак. Да, я ж сняла. Вон он. Солнышки. Это кто? А, да. Маша, это кто? Яна? Это Пума. Пума. Герда ее зовут. Герда. Герда, привет. Ну-ка, Игася. Ну-ка, Игадина. На имени Тансигору. Маша, ты как побежал? Это мой родственник, как и верблюд. А, он есть, как все понятно. Да, видишь, он близко. Мне не кажется, меня опухнуло. Пошли. А это кто? Это Лок. Маша, сними. Это мое любимое животное. На бурке? Саша, курит ничего. Маша, смотри, как это вот. Все надо позреть. Ой, смотри. Иди, типа. Хочу перо ваше, сейчас перо. Нельзя.
Я тоже. Я еще пока нет. Раз привели меня, сейчас будет. Ой, а это кто? Я не снимала. Это Александра любимая, Чернобурка. Фокс. Фокс я. Ой, а кто это? Петух такой большой? Белый. Марал. Привет, Марал. Посмотрим. Конечно, тут неволя. Миша. А, еще один Мишка тут. А, тут три медведя, как в сказке. Ну что так близко-то? Есть. А это кто? Это какой-то лист. А вот он, дикобраз, нифига. Дикобраз. Ой, вот я еще не снимала. Ой, какой хороший. Где? А, да. А я Нанзу.
И тебя видно. Вот Маша поднимает. Деревенская Маша. Ой, Маша, все! Сейчас мы варим камилейку.